Уже его глаза закрыты. Я надеюсь, что попробую его пробудить. Парменто! Парменто! Ихтиан дабесто конде! Сделать. Эркатасте менторе! Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская. Подписывайся на мой канал, ставь лайк и жми колокольчик, если тебе нравятся мистические видео. В предыдущем видео я вызывала бабку Гренни, вернее, заговаривала ее на куклу Вуду. А сегодня при помощи доски духов я попытаюсь призвать к себе в дом Грэнпа. Грэнпа, или как его еще называют, дедушка Гренни, это муж бабки Гренни. То есть посмотрим, что у нас сегодня получится и получится ли вообще призвать это самое странное существо. И вообще, как оно выглядит. Если вы хоть раз видели Грэнпа, как выглядит, то напишите в комментариях об этом. И также, ребят, не забывайте добавлять к своим комментариям хэштег Ира Королева Мистики, и таким образом вы будете попадать в мои следующие видео. Вроде все сказала, а теперь давайте приступим к вызову духа Грэнпа. Кстати, комментарии, которые вы мне пишете, я читаю, и вы меня об этом попросили, поэтому именно сейчас я это делаю для тех, кто писал и просил вызвать Грэнпа. Фух. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Грэнпа, явись в мой дом. Грэнпа, явись в мой дом. Детка Гренни, явись в мой дом. Здесь кто-нибудь есть? Грэнпа, ты здесь? Не знаю, ребята, давайте попробуем воспользоваться планшеткой. Через планшетку можно увидеть гораздо больше. Грэнпа, ты здесь? Думаю, притвориться бабка Гренни. I see you. Я твоя бабка Гренни. Иди ко мне. Слышишь? Эй, я твоя бабка Гренни. Грэнпа, где ты? Я слышу какой-то шум. Офигеть! Офигеть, ребята! Это просто жесть какая-то! Вы помните, в предыдущем видео была бабка Гренни? Походу, у них одинаковые костюмы. Я могу подойти ближе, потому что он или оно, я не знаю, что это, стоит недвижимо. Боже, я не вижу его лица, что спрятано под маской. Боже, в чем его руки? Он стоит, не двигается. Такое ощущение, что он замороженный. Видите эти руки? Они даже не шевелятся. Оно не дышит. Боже, что это? Офигеть! Ребят, вы видите, это просто жесть какая-то! Просто жесть! Боже, что это за урод? Неужели это Грэнпа? Черт, увидели это? Рот. Его рот открылся. Жесть! Ребята, его рот шевелится. Походу, он живой, но я не понимаю, почему он не нападает. Боже,
как будто его поджарили на костре. Вы видите, куски его кожи будто отслаиваются. Изучить этот материал. Черт, сейчас аккуратно. Боже, ребята, это просто жесть. Посмотрите, какой кусок кожи. Опять рот. Слушайте, он то открывает, то закрывает рот. Может быть, здесь где-то можно кусочек. Боже, кожа как будто отваливается. Стороны. Сейчас. Ребята, увидите это? Жесть. Кусок кожи просто отдирается. Жесть, просто жесть, ребята. Я оторвала кусочек кожи. Возможно, нам удастся изучить, что это за материал и откуда эта тварь пришла к нам. Попытаемся сейчас оживить его. По крайней мере, я не знаю, что происходит. Ребят, я сейчас проведу ритуал. Попробую его пробудить. Не знаю, насколько это будет опасно. В общем, слабонервных прошу отойти от экрана. Начинаем обряд. Кистое муэрто. Импрессио. Сатандо индиго. Растента, Миракачта, Искондарта, Парменто, 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 Ихтианда Вестоконде, Индамерто, Эндисто, смотрите, он идет, у нас получается, Эркестамба, Эртоментаста, Эндиро, Валерто, Бранто Мергаре. Боже, ребята, он ожил, черт, он ожил, он идет, ребята, это просто жесть. Пока он не опасен, он просто идет и открывает рот. Руки его впереди, давайте попробуем. Эркем стобертарта, брависсимо шпонте, эркантасте менторе. Убирайся, тварь! Убирайся в свой мир! Убирайся в свой мир! Эрта Меларо! Убирайся! Ребята, вы видели, он шел прямо на нас! Это была просто жесть! Грэндпа настолько страшный! Я думала, что он сожрет меня или еще что-нибудь сделает! Это просто нереально! Жесть, ребята, вы это видели? Боже, если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, этому видео лайк. Ребята, не забудьте подписаться на второй канал Ясинской Пэтс. А сейчас мы быстро, мы должны завершить обряд. Мы возвращаемся к доске духов. Твою мать, где планшетка? Я потеряла планшетку. Если мы сейчас же не завершим обряд и не закроем портал, это чудовище вернется. Нам нужно торопиться, у нас очень мало времени. Ворота закройтесь. Грэндпа, убирайся. Грэндпа, убирайся в свой мир. Грэндпа, убирайся в свой мир. Прощай. Ребята, это просто нереально. Я никогда в жизни не видела ничего более страшного. Давайте проверим, смогли ли мы избавиться от этого существа. Мы будем смотреть через планшетку. Я надеюсь, что эта тварь не вернется. Так, я ничего не вижу. Походу, его нет. Так, походу, все получилось, ребята. Главное вовремя это сделать. Что делать? Стоп! Стой! Стой!
Я заклинаю тебя, пожалуйста, выйди из этого мира. Убирайся в свой мир. Убирайся в свой мир, пожалуйста. О, боже, нет. Ничего не получается, ребят. Я не знаю, что придумать. Что придумать? Как избавиться от него? Доска не помогает. Я не знаю, что делать. Стой! 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 Силой, данной мне, небом, Богом, землей, заклинаю тебя. Ползи в свой ад! Ползи в свой ад! Ползи в свой ад! Ползи в свой ад! Быстро! Ребята, не знаю, помогло это или нет. Я не знаю, но он боится. Боится моих обрядов, боится моих заклинаний. Ребят, еще раз проверим. Просто столько методов. Обычно доски хватало для того, чтобы уничтожить эту тварь. Его нет. Его нет. Грэндпа, тебя нет? Грэндпа, ты здесь? Ребята, походу, мы справились, и мы его уничтожили. А вы прямо сейчас не забывайте подписаться на мой канал, поставить лайк. И до новых встреч в новых мистических видео. С вами была я, Королева Мистики. Пока. Я, походу, поняла. Ребята, вся сила в его уродливой коже. Нужно попытаться отодрать его уродливую кожу. Стоп-эра! Его нет... Убирайся в ад! Убирайся в ад!